часто задают вопрос. Вы занимаетесь сваркой алюминия в среде аргона, его сплавов, и почему показываете только головки? Ну, потому как были просьбы показать головки. Вот сегодня у меня попался в руки, не попался в руки, а пришел в работу, и есть возможность это показать, поддон автомобиля, вернее двигателя Peugeot. Это новый двигатель. Вот он пришел, такой поддон увесистый, массивный, добротный. Но, к сожалению, он очень хрупкий. Это магниевый сплав, он очень хрупкий. Значит, трещины, пока сейчас могу показать предварительно после помывки поддона. Вот трещина одна, вот трещина вторая, вот здесь на боку трещина третья. И вдобавок ко всему, вот эта паутинка, которая вот здесь находится, она переходит по стенке, она переходит вот сюда, и она идет вот здесь. Вот сейчас я буду производить просто зачистку этого поддона, очистку сварочных зон. И после того, как оно будет готово, я вам покажу, что у меня получилось на сварку. Непосредственно сам процесс сварки, ну, снимем не процесс, не, именно процесс сварки. Все изделия, которые берутся в работу для сварки, обязательно проходят мойку. Обязательно. Нет такого изделия, которое не моется. Стараюсь брать максимально чистое, но потом приходится мыть, домывать. Все эти, если проходит мойка, то это включается в стоимость клиенту. Значит, вот поддон с обратной стороны. Ну, вот я зарядил в дрель бор и начну подготовку бором. Почистили поддон, обработали его фрезой. Значит, убираем все лишнее. Сейчас мы должны проявить, конкретно узнать проблемы этого поддона. Для этого мы берем масочку, горелочку в руки и начинаем прожигать эти трещины. Вот видите, начало трещины. Вот сейчас видно трещину, это основная трещина. Дальше смотрим. Значит, вот как раз таки вы видите черную полосу, это полоса трещины. Откуда берется эта чернота? Значит, сверху у нас плоскость поддона очищена от окислов, а в трещине все равно находится растворитель, моющее средство, остатки масла. И в тот момент, когда она выгорает, происходит вот такая вот картинка, горит масло, это проявляется трещина. Сейчас посмотрим, что, где у нас третья трещина. Вот здесь нарисовалась и третья трещинка, та, которая на боку. Дальше смотрим, что у нас еще есть. Сейчас мы с вами наглядно видим ту картинку, куда мы встряли. Не мы, а клиент. Не, ну клиент само собой. Ну это же надо сначала привести в порядок, чтобы потом клиента порадовать. И получить материальное вознаграждение. Вот внутри как раз таки вырезали все паутинки, все проблемы. Следующим этапом будет разделка этой трещины. Самое первое, нужно остановить эту трещину для того, чтобы она не продвигалась дальше.
Значит, для этого у нас есть сверлышко, троечка. Мы на взгляд определяем, где у нас трещина, за конец трещины. И с расчетом 2-3 мм в плюсе мы добавляем расстояние. Вот мы засверливаем конец трещины. То, что мы не охватили. Вот смотри, вот эти масляные полоски, вот эти полосочки, это трещинки. Значит, помимо вот этой трещины будет еще и вот эта трещина, она не засверлена у нас. Это масло, и это нужно доводить до ума. Теперь вот эта трещина с той стороны показала у нас, я разметил конец трещинки, видите, конец. Внутри поддона конец трещины, вот он. Сейчас мы ее передвинем. Обязательно засверливаем то место, где все эти трещинки сходятся в один пучок. Луковицу, корешок, вот он. Ну и после всего этого засверливаем обязательно кончики всех трещин. Сейчас чистим, готовим под сварку. После того, как мы проявили конкретно, что нам придется заварить, невольно задумываемся, стоит ли это выполнять эту работу. Ну, поверьте, это стоит выполнить эту работу. Поддона такого, к сожалению, мы сейчас у нас не найдем. Это будет баснословно дорого, ну и придется его варить. Берем бор. Вы спросите, почему именно бор, а не щетку? Щетку мы используем в последнюю очередь, а сейчас мы будем использовать бор для того, чтобы вот этот нагар срезать. А щеткой мы его замнем внутрь металла. Сейчас мы это все это уберем и дальше будем смотреть, что у нас получится. Обязательно зачищаем 20-30 мм в плюсе от трещины для нормальной работы сварочного аппарата. Подготавливаем сварочную зону. Не только шов, а именно и сварочную зону.
Вот у нас проведена относительная очистка этого пространства, этого блока поддона. Почему относительная? Потому как это будет продолжаться до тех пор, пока мы не уберем все масло куда-нибудь, мы его не денем. Вычистим бором, выпалим горелкой, его нужно куда-то деть, иначе вся наша работа будет пустая, мы ее не заварим. Будут коры, будут раковины, а раковины — это утечка масла. Значит, внутреннюю сторону поддона, потому как здесь не применялась сварка для зачистки, для определения трещины, внутреннюю сторону мы обрабатываем щеткой. Внутренняя сторона чистая. Предварительно остатки масла убираем ацетоном. Заряжаем щеточку, кисточку в дреб. И чистим щеточкой. Опять рекомендую обработать растворителем ацетоном. Для чего? Для того, как щетка, то, что она затерла внутрь, ацетон это все растворит и уберет. Внутреннее пространство у нас готово. Вот сейчас проведем окончательную подготовку наружной стороны. Для окончательной обработки наружной стороны применяем щеточку, колечко. Вот мы ее обрабатываем. Что это такое, для чего вы должны услышать от меня? Поддон для сварки готов. Перед сваркой я рекомендую этот сплав немножко подогреть. Мы сейчас его вложим в печечку, и в печи он будет подогреваться. Вот печечку для подогрева. Значит, подогреваем поддон не до максимальной температуры головки 115, а где-то порядка 90-85-90 градусов. Этого будет достаточно для сварки. Поддончик мы предварительно подогрели. Сейчас мы его достанем и посмотрим, что чего. Вот его температура, здесь 63, здесь 69, 72, ну это нормальная температура, которую мы будем варить. Присадочный пруток мы используем 40-43, диаметром 2,4 мм. Вот мы закончили сварку. Конечно, поддон тяжелый. Я не имею в виду по весу, а имею в виду в работе. Вот что у нас получилось.
Это кремниевый сплав, кремниевый состав, из которого выполнен поддон. Он очень хрупкий. И варится он тяжело. При соблюдении определенных параметров можно сделать все что угодно, но все равно кремниевые составы варятся тяжело. Изнутри.